Министры обороны стран НАТО обсуждают в Брюсселе дополнительную поддержку Афганистану и создание центра по проведению кибероперации. Контингент небоевой миссии Альянса в этой стране будет увеличен с нынешних 13 до 16 тысяч человек. Половина из них прибудет из США и других стран-союзников и партнеров по НАТО. Напомню, небоевая миссия Альянса под названием «Решительная поддержка по обучению и консультированию афганских силовых структур» действует в стране с начала 2015 года. Она пришла на смену боевой операции под командованием НАТО и Международной антитеррористической коалиции. We will review progress and discuss what more needs to be done. Сегодня мы обсуждаем, что еще нужно сделать для повышения афганских боевых возможностей в борьбе с международным терроризмом, чтобы создать условия для нашей конечной цели – достижения в Афганистане мира. Министры договорились о создании нового центра кибероперации в рамках адаптированной командной структуры НАТО. Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпоненты в планирование и операции НАТО на всех уровнях.